много просьб о том, чтобы я делилась рационом Лу. Вот, но так как я еще сама пока в процессе проб и ошибок, как говорится, да, пюрешки я вам показывала, там вообще от вашей фантазии, что вы хотите. Я вообще все овощи, какие там, допустим, есть, все корнеплоды, там картошечка, не картошечка, иногда картошку чередую с рисом, иногда с гречкой в супчик добавляю, блендирую, часть замораживаю, а там, допустим, на 2 дня оставляю, а потом это то, что в заморозке, я достаю в холодильнике, размораживаю. И разогреваю, и вот кормлю мелкую. Очень удобно, на самом деле, чем эти пюрешки. Ну и, конечно же, готовлю. Сейчас уже начала готовить кусочками. Кусочки ей нравятся. Хочу мясо попробовать вести.